Не могу не снять Таберни Монтану, которая зацвела. Были цветоносы везде, но тут видно только пенечек из-под них. Не вытянула, ну, не было у нее сил, чтобы зацвести. А так вот здесь осталось еще два цветоноса, и вот он, цветик. Очень красивый пахнет и жасмином, и на гордению запах похож. А гордения очень прихотливая, поэтому я бы порекомендовала Таберни Монтану завести, потому что она и зиму простояла хорошо, и лето себя чувствует неплохо. Единственное, она очень медленно наращивает листву. Вот потихонечку, как-то у нее потихонечку это происходит. Ну и зацветает она тоже очень медленно. А цветонос стоял, 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 потом чуть подрос, опять стоял. Ну, в общем, ради такой красоты можно постараться подождать. И видно вот внизу цветоносики почему-то некоторые отпали. Не знаю, с чем это связано. Возможно, черенок молодой. И вот первый раз зацвел, вытянул вот эти вот цветочки и все. Я еще при том, как растение зацвести, пересадила побольше горшок. Возможно, еще и в этом ошибка. Нужно было оставить в том горшке, в котором оно сидело. Ну так вот, красота какая. Хотела с вами поделиться, потому что он сегодня ночью расцвел. Ну, очень красивый, махровый такой. У цветочка листочки так завернутые по бокам.